Патриаршим визитом в Украину прибыл католикос всех армян Горигин II. Визит двухдневный. Сначала Киев, потом Днепр. В украинской столице католикос осветил фундамент строящегося кафедрального храма. В Днепре осветит первую в городе армянскую церковь. Присутствовал Горигин II и на квартальной конференции Союза армян Украины. Глава Союза Вилен Шатварян наградил его орденом имени Григора Лусаварича. Кстати, Союз армян Украины признали самой эффективной диаспорской организацией. Ну а Горигин II наградил Шатваряна орденом святого Нерсеса Шнарали прямо на строящейся площадке храма. У Союза армян Украины есть два фонда. Один фонд используется для строительства церквей, а второй фонд используется для, вознаграждения студентов, которые хорошо учатся. Мы недавно ввели программу по оплате учебы студентов, которые достигли больших успехов. Достижения у нас большие. Нас в этом году признали лучшей диаспорской организацией.